Из-за тумана в аэропорту Якутска задерживаются рейсы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет и прилет рейса будет возобновлен с улучшением погодных условий. А по данным гидрометцентра, сегодня утром в 9 районах республики установилась температура ниже минус 45 градусов. В сложившихся метеоусловиях аэропорт Якутск работает по фактической погоде. По оперативной информации на 12.00 метеоусловия в аэропорту Якутска не позволяют садиться воздушным судам всех типов. Прибывающие рейсы направляются на запасные аэродромы в Нерюнгри и Магане. Ограничения будут действовать до улучшения видимости, либо до наступления темноты, когда появится возможность садиться по огням высокой интенсивности. Также возможны задержки вылетов в связи с поздним прибытием или неприбытием самолетов и по метеоусловиям. На текущий момент на запасной аэродром направлен один рейс. Якутск-Благовещенск. Задержано два рейса и два местных рейса отменены.